Подписчики известной российской певицы и актрисы Кристины Орбакайте высмеяли ее после того, как в своих социальных сетях она разместила видео, на котором вместе с дочерью Клавдией стоит в центре праздничного Нью-Йорка. В частности, пользователи удивились выбору локаций для съемки, передает Правда.ру. А настроение-то рождественское, подписала свой ролик Кристина. Многие подписчики выразили недоумение тем, что Орбакайте запечатлела себя с дочерью, стоящими у пешеходной зебры на фоне облупленного здания, украшенного национальными флагами США. Вот и живи там, Кристина. На Красной площади красивее. Куда смотреть, где красиво? Отреагировали с иронией удивленные пользователи. Напомним, Орбакайте приехала в США, чтобы встретиться со своей 12-летней дочерью, которая родилась в Майами, где работает ее отец. Девочка фактически живет на две страны, Россию и США. Как сообщала свободная пресса, ранее стало известно, что Орбакайте отказалась приехать в Россию на новогодние праздники. Ее звездная мама, народная артистка СССР Алла Пугачева, публично поддержала дочь.